и с укреплением рубля, и с ростом рынков, и по некоторым другим позициям, я думаю, что, может быть, это произойдет и быстрее. Но где-то в районе примерно 2 лет, мне кажется. Вопросы такого стратегического, я думаю, для некоторых наших партнеров взаимодействия с Россией, сдерживания нашего развития. Кстати говоря, мне кажется, напрямую уже это не относится и к событиям на Украине, потому что сейчас нужно выполнять минские договоренности. Мы-то все делаем, чтобы выполнять. Киевские власти не спешат с этим, а санкции в отношении нас сохраняются. Меня невнимательно слушали. Вы думали о том, чтобы задать вопросы, невнимательно, и прослушали некоторые вещи, которые я сказал. Я говорил о некоторых вопросах положительного характера, в том числе и о макроэкономике, которая чрезвычайно важна для того, чтобы выходить на более высокие рубежи развития. Но я также сказал, что у нас сократились доходы населения. Немножко подросла заработная плата, но в целом доходы населения сократились в связи с ростом инфляции 11,4%. И я об этом сказал. Сегодня иранские партнеры демонстрируют очень большую гибкость и явное желание достичь компромисса по этой иранской ядерной программе. По сути, все участники этого процесса объявили о том, что соглашение уже достигнуто. Вопрос только в технических деталях, которые должны быть доработаны до июня текущего года. Но если кто-то опасается, что мы приступили к отмене санкций, то, видимо, наши коллеги не знают, что в санкционный список ООН поставка таких систем не входит. А мы приостановили исполнение этого контракта исключительно в одностороннем порядке. И теперь, когда продвижение на этом иранском ядерном треке имеется, оно, очевидно, положительное, мы не видим оснований дальше в одностороннем, хочу это подчеркнуть, порядке держать этот запрет. Там мы, конечно, будем действовать с нашими партнерами заодно, и мы всегда так делали, и внесли большой вклад, и это я бы хотел подчеркнуть, в урегулирование иранской ядерной проблемы. Мы считаем, что в условиях, которые складываются в регионе, особенно в связи с событиями в Йемене, поставки оружия подобного рода являются сдерживающим фактором. Обновлен рекорд